Если выиграю, поеду на чемпионат страны. А я выиграю, вот увидишь. Мы сделали две операции, ситуация сложная. Сила желания, она, как этот взрыв, может город двигать. Хочешь сказать, я все еще могу? А разве у моего сына есть другой вариант? Вот откуда твои ноги растут? Ты что думал, тебе все на блюдечке дадут? Ты мужик, дерись! Я люблю тебя, Алексей Царев. То, что ты здесь стоишь, это уже победа. Русские не сдаются.